речь пойдет о газификации Чувашии. По последним данным, голубым топливом обеспечены порядка 90% жителей республики. В этом году планируется ввод в эксплуатацию двух межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 60 километров. В результате будет газифицирован Заволжский район Чебоксар, а также Алатырь. Частные дома на улице Менделеева в Алатыре появились недавно, но в каждом уже есть газ. Пенсионерка Вера Махрова переехала сюда, когда стало понятным, улица будет газифицирована. Сейчас живет в комфорте, ухаживает за большим участком с теплицами, держит кур. Газ нам провели, уличные бесплатно. Я заплатила только за внутреннее проведение газа. С той поры я живу здесь хорошо, очень прекрасно. Все условия теперь у меня, и вода у меня, и душевая кабина. Баня да есть. Ну, все условия, конечно. Все это сделано за счет средств муниципального бюджета. Однако в Алатыре еще есть домовладение, куда газ еще не дошел. В том числе в поселке Зеленый. Основная часть уже газифицирована. Но владельцы самых новых домов топят дровами и ведут безуспешную переписку с ответственными ведомствами. Обидно. Вот, говорю, построили. Вот наш дом. Здесь вот рукой подать, вот каких-то 30 метров. Не могут провести газ. Мощности уже проложены в поселке газовой трубы недостаточно, чтобы подключить к ней новые дома. Местные газовые организации проблему комментируют лаконично. От жителей нет заявок. Но это и понятно. По словам жителей, каждый из них вынужден был бы выложить за газификацию своего дома порядка 250 тысяч рублей. Денег таких нет. Но и газа нет тоже. Если весь день топить, очень много дров надо. Просто не в состоянии это все. И, ну, тепла, конечно, нету. Ладно, хоть дети, внуки с нами живут. Вот сюда ложу дрова, ты просто уж мусор, я не этот, вот, и топим дровами. Этот, сколько вот, я говорю, ходили, результата, конечно, никакого пока нету. Чем, когда это все закончится, неизвестно. Программа газификации получила новый импульс после поручения президента Владимира Путина газифицировать домовладение без привлечения средств граждан. Из 85 регионов Чувашия еще не вошла в список Минэнерго, курирующего программу. Но заявка уже направлена. Екатерина Шеверова, Игорь Зверев, Республика.